Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня мы рассмотрим холодильник от компании Samsung RS57K4000. Все ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. А если вы еще и подпишетесь на канал, то будет просто замечательно. Данная модель продается в двух цветах – снежно-белый и серебристый. Тип дисплея – цифровой LED, объем морозильной камеры – 208 литров, объем холодильной камеры – 361 литр, количество полок в холодильной камере – 4, количество ящиков в морозильной камере – 2 и 4 полки. Стильный дизайн, подчеркнутый элегантными контурами и великолепной текстурой панелей, превращает холодильник в предмет декора вашей кухни. Вы легко узнаете, что происходит с холодильником, не открывая его дверей. На LED-дисплее, расположенном на лицевой панели, отображается температура в рабочих камерах и информация о необходимости замены фильтра. Встроенная вертикальная LED-панель, расположенная на задней стенке холодильной камеры, в отличие от верхнего освещения, не занимает места, освобождая пространство для высоких упаковок с продуктами. Кроме того, светодиодные источники света нагреваются существенно меньше по сравнению с лампами накаливания. Большой ящик. В больших выдвижных ящиках можно хранить дыни и большие пучки салата, при этом в ящиках останется место для перца и других овощей. Заполняйте ящики фруктами и овощами. Откидные крышки легко открываются и сохраняют свежесть продуктов. Размеры холодильника. Ширина 91 см, высота 179 см, глубина 69 см, вес 109 кг. Компрессоры с цифровым инверторным управлением способны в автоматическом режиме выявлять изменения окружающей среды и моментально реагировать на них, подобно тому, как люди начинают ежиться, если им холодно. Температура внутри холодильника повышается, например, если часто открывать и закрывать дверцу или при увеличении температуры окружающей среды летом. Класс энергоэффективности А+, потребление электроэнергии 399 кВт-часов, уровень шума 38 дБ. Система охлаждения Twin Cooling. В холодильнике используются два отдельных воздушных потока и точный контроль температуры для поддержания оптимальной влажности в холодильной и морозильной камерах. Многопоточная система охлаждения с выходом на каждую полку обеспечивает равномерность распределения температуры в рабочей камере, особенно после открытия двери. Одновременное охлаждение всех секций холодильника способствует сохранению свежести и вкусовых качеств продуктов. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете, и сначала расскажу, на что жалуются обладатели этого холодильника. Большой размер. При маленьких дверных проемах необходимо снимать двери холодильника. Холодильник привезли с криво повешенными дверцами. Через две недели появились очень четкие громкие хлопки при остановке компрессора. Очень шумный. Звук достаточно громкий, его слышно по всей квартире. Выпирают ручки. Задеваю при ходьбе мимо. При открывании дверей надо иметь свободное пространство 50 см слева и справа, иначе дверцы не откроются полностью. Нижний ящик для овощей не закрывается полностью. Слабые ручки, постоянный страх, что они сломаются, потому что кажутся слабенькими. Особенно где есть дети, есть вероятность поломки. Сборка плохая, в некоторых щелях видна монтажная пена. Сверху холодильника, где алюминиевая часть системы охлаждения, виден картон. Обрывал руками. Буду объективным и сейчас расскажу о положительном мнении пользователей об этой модели. Большой вместительный холодильник. Очень удобно. Холодильник справа, морозилка слева. Большие отделы с разными вариантами полок. Удобная регулировка температуры и управления. Есть блокировка от случайных нажатий. Шума от холодильника почти нет, только если стоять около него и прислушиваться. Удобная форма для льда. Благодаря ее форме очень удобно доставать лед для напитков. Быстро восстанавливает температуру и отлично ее держит. Продукты одинаково хорошо сохраняются в любом месте камеры. Возможно, вы станете владельцем этого холодильника. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!